Всем привет! Мы приехали в лайбрари, это публичная библиотека. Вот так вот она выглядит. Это вообще внутрь заходишь, там целый городок как будто бы. Вот такая она огромная. Всем привет! Сегодня я пойду в лайбрари сдавать книжки, 7 книжек. И мы зайдем в код. Сначала мы входим в код, там можно сдать книжки, и рядом есть кафе. То есть, если ты там зашел, можешь взять книжку, там почитать ее, и может тебе, если захочешь поесть, можешь взять себе поесть. Да, еще там есть Wi-Fi, народ приходит, может там сидеть сколько угодно. Многие делают уроки, какие-то там курсовые, еще что-то. Ну, в общем, здесь там очень... Там еще есть специальная детская, то есть, если вы находите... с детьми, то там можно, ну, в общем, там можно детей оставить. Дети вот. Играют в площадке, да. В специальной, а родители могут им читать в это время. Да, либо просто там где-нибудь сходить, книжки выбирать им, потому что там библиотека детская и детская, они вместе. Ну, там, естественно, как и во всех библиотеках, есть разные залы, и вот есть детский зал, зал, где можно посмотреть фильмы, поиграть в игры, тоже это можно взять все в библиотеке. Еще у этой лабы, это библиотека, если что, на русском будет, то у этой лабы, ты когда заходишь, там она двухэтажная или даже трехэтажная. Ну вот, вы сейчас можете увидеть. Вот. И ты когда заходишь, то когда поднимаешь голову вверх, там видно такую большую карту. Мы сейчас покажем, ну, лучше давай, да? Покажем. Сейчас зайдем и покажем. И покажем. Да, такие вот специальные кнопочки, чтобы инвалиды могли сами пользоваться. И вот такой вот он вход. Вот эти вот. Вот туда мы будем сдавать книжки. И вот по такому эскалатору они будут подниматься. А здесь вот, выше. Да, вот так поднимаем голову выше. И здесь вот такая вот красота. Вот такая вот там рыбки всякие. Сейчас мы покажем. Мы поднимемся на второй этаж, покажем вам. И вот ее видно со всех этажей, вот эту вот штуковину. Вот кафе, Wi-Fi, ребята выходят, куча ребят. Так, а теперь мы будем сдавать книги. Так, подожди, мне надо достать карточку. Вот по такому эскалатору поднимаются книжки. Подожди, карточкой надо провести. Или нет, или просто сдаем. Сейчас мы... Нет, просто, по-моему, сдаем. Давай, клади книжки. Так вот мы их кладем, их считывают и принимают. Вот они вот так вот едут. А сейчас это книжка Гарри Поттера на английском. Эля взяла. Так, вот он записывает, что вот эти книжечки мы уже сдали. Вот, и выдает вот так вот
Ресит выдает чек. И там написано, что мы все книжечки сдали. Его сохраняешь. Вот такой чек. Сейчас мы не пойдем книжки брать. В следующий раз мы покажем, как мы берем книжки. Сейчас у нас другие дела. Мы можем показать сейчас кафе. Ну, вот так вот. Да, вот так вот кафе тут рядышком. Здесь можно взять с собой. Можно посидеть, прямо отдохнуть. Выход вот такой вот из библиотеки. Ты на всех книжках есть штрих-коды, и просто так ты книжку не вынесешь, если ты не провел карточкой, и книжка на тебе именно, на твое имя не пришла. Вот, ну все. На этом всем пока-пока.